15 августа – важная дата для фанатов российской рок-музыки. В этот день, в 1990 году, в автокатастрофе трагически погиб лидер группы Кино Виктор Цой. Музыканту было всего 28 лет. За свою недолгую жизнь Цой успел записать 8 альбомов. Хиты Кино до сих пор любят как старшее поколение, так и молодежь. Многие свои признания Виктору Цою выражают, перепевая его песни. Причем каверы записывают как известные артисты, так и начинающие исполнители. Например, копейская группа «Апрель». «Апрель» образовалась в прошлом году. Инициаторами ее создания были Егор Исаев и его дядя Виталий Иордан. Он также пригласил в группу своего давнего приятеля Рамиля Ишмухаметова. Первое время музыканты играли на старых инструментах и без постоянной репетиционной базы. Начинали изначально так, что у нас ни базы, ни инструментов, ничего не было. У нас чисто были барабаны, которые мы арендовали, и одна гитара, и все. Больше ничего не было. Да. Это мы ездили на базу, туда, на полевая, да, по-моему, на кольце. Арендовали почасовую базу и там брали с собой гитару, одна гитара, и все. Егор был за барабаном, Роман вокал. И мы так обычные аккорды, и все так играли потихонечку. Со временем участники группы поняли, что им не хватает еще нескольких музыкантов. Так состав «Апреля» пополнился еще двумя людьми – Ильясом Ишмухаметовым и Михаилом Приступой. Через общих знакомых меня, получается, познакомились с ребятами, с Романом и Виталием. Ребята приложили мне поиграть на бас-гитаре, как бы я согласился, все. Так и попал в группу. Цою все относятся с уважением, потому что это великий музыкант и поэт. То есть, разницы нет никакой, что в то время, что в наше время. Одинаково абсолютно, к нему относятся все. Название у группы «Апрель» появилось совсем недавно. Музыканты долго над ним думали, но в итоге решили, что в нем должна читаться их любовь к творчеству Кино. После зимы какая-то оттепель идет, ближе к лету, да, как бы... И есть такая хорошая песня у Виктора Цоя «Апрель». Не так давно группа «Апрель» решила попробовать писать собственные песни. Сейчас у коллектива есть две готовые композиции. Останавливаться на этом они не планируют и уже начали подготовку к выпуску дебютного альбома.